людям. Берег правый нужен им, то берег левый. В общем, девочки, мальчики, мужчины, всем привет. Доброе утро, добрый день и добрый вечер. Ютубу, посмотрите, какая шикарная шляпа. Поедет к миллионеру. У меня будет встреча с миллионером, вы уже все знаете. Я говорила, я только пришла с собаками. Отступление даю, ветрено. Так, вообще, что сейчас осень. Вот, ну хорошо, так прохладненько. Ну, местами выходит солнце, и кажется, что наступило лето. Короче, погода вообще. Смотрите, какая шляпа. И в какой шляпе я поеду к миллионеру. Я вам сейчас покажу распаковочку. Наконец-то пришли мои туфли для миллионера. Шляпа для миллионера. Не хватает только сумочки. Вот, смотрите. Какая шляпенция. Ходить по городу вообще просто. Сейчас покажу вблизи. Голову помыла. Не сушила феном, потому что ходила с собаками. И думаю, сейчас пока буду шуршать по дому, она у меня сама, вот опять солнышко вышло, сама у меня и сами волосы выснут. Смотрите, какой красивый знак написано. Миллионер. Буква М. Марина и миллионер. Смотрите. Вообще просто, да? А? Совпадение? Не думаю. Посмотрите, какая шляпенция. Интересно, это снимается? Не, ну не надо, Марина, пробовать. Надо пробовать, потому что снять-то, может быть, и можно, да? Шляпа такая вообще просто. Это мне... Она долго, кстати, ко мне шла. Made in China написано, 57 сантиметров. Надо, кстати, оторвать, потому что миллионер увидит, скажет, бляха. Здесь она завязывается, если нужно. Я думаю, вам понравится. Слушайте, у меня вчера такой денек был, это вообще нечто. Во-первых, я наревелась, потом поругалась с подружкой, еще раз наревелась, настроения не было. Ой, я вообще не знаю. Поругались на ровном месте. Прям с криками, с выпучением глаз. Да, ну такого у меня не было. Ну, ничего. Немножко энергии выпустили. Вот такая вот шляпа для миллионера. Как вы думаете, он заценит вообще вот эту вот тюль? Стразов, я думаю, сюда не надо. Не надо стразы, потому что стразы перебьют всю вот, этот, вот это вот все. Красоту. Прям вообще. Да? Так, дальше. Смотрите, мне пришли очки. Мне пришли очки для зрения. Я заказывала. Вот такие вот очки. Смотрите. Кстати, я сегодня, когда подкрасила, я не красила ни стрелки, ничего. Только реснички, немножко теней. И ни консилером сегодня не закрашивала глаза, ничего. Конечно, когда с консилером, намного лучше. Потому что я все равно вот утром я опухаю. Вот. И потом, когда вот я расхожусь в течение дня, оно как-то все уходит. Ну и само новейшее веко, оно какое-то делает глаз все равно грустным. Все равно хочется его как-то открыть. Смотрите, вот эти вот очки мне пришли. 2,5 у меня. Вот. О, хорошо. Смотрите. Так, эти вы видели для меня. Их, мне все делают комплименты в этих очочках. Вот этих вот форма. И вот эти вот очки тоже для зрения. Это просто бомба. Посмотрите, какая красота. Это тоже очки для зрения. Вот я поеду к миллионеру для того, чтобы... Кстати, миллионер тоже в очках. Смотрите, как это смотрится вообще просто. Ну, вот все-таки классно, когда у очков вот такая, ну, вот для зрения, вот такая вот форма красивая, да, современная, модная такая какая-то. Не то, что я вот по дому хожу вот в этих в своих вот этих вот старой модели. Хотя цена у них такая же, в принципе, вот. Хотя эти тоже смотрятся неплохо. Но они того мне уже поцарапаны, я их везде бросаю. Вот, смотрите. Сейчас. Чуть-чуть одену. Красотень. В этом что-то есть. Туфли. Туфли для миллионера. Я делаю туфли. Я буду сниматься в клипе у миллионера. Смотрите, розовый туфель я сделала уже весь полностью. Он у меня, так как я в нем ездила, на ну, он свое отработал. Это не новые туфли, кто там писал новые туфли. Я бы вам сказала, вот, вот пришли новые туфли, которые я заказывала себе на день рождения в апреле. Вот они только-только пришли. Вот, то я говорю, у меня вот новые туфли. Я их, когда девчонки задонатили мне на день рождения, вот я на них купила себе туфли. Смотрите, вот эти вот пришлось заделывать все в стразах. Во-первых, ну, так более наряднее они смотрятся. И во-вторых, знаете, они вот свое отработали. Здесь пятна, которые я замывала, они уже, ну, не, оно не отмывалось. Видите, пришлось вот сделать, я думаю, что вообще прям шедеврально получилось. Здесь вот красненькие еще бусинки мелкие есть.
Я думаю, будет смотреться очень дорого-богато в клипе. Это я буду музыкальный клип снимать с миллионером. И второй, где делаю фиолетовый, у меня будет один розовый туфель, один будет фиолетовый. Вот только-только я начала его делать. Конечно, здесь будет больше фиолетовых, таких сиреневых страз. То есть вот эту сторону я всегда меньше заполняю, потому что здесь все-таки нога, ну, может чесаться об ногу, там, если сели вы там в кафешке с миллионером, где-то выпить просекку, любимая Волочковой. Вот, поэтому здесь как-то меньше. А вот здесь, на этой части, на внутренней, оно больше, на внешней. И вот сегодня тоже буду доделывать каблук. Вот такой вот. Прям сиреневый, прям вообще смотрится классно. Тут еще его доделывать и доделывать. Кропотливая, скажем так, Маша, работа, но она того будет стоить. Это еще не заключительный вариант. Потом уже посмотрите. Я думаю, что будет очень симпатично. Это туфли, которые я делаю. Кстати, мне сегодня пришла еще одна посылка, там меня попросили кое-что. Это не мои туфли, но я вам покажу. Мада Италия, смотрите, вот сегодня девочка заказывала. Смотрите, какой классный каблук, сандаль какой хороший, летний. Это, ну, мне девочка сама оплатила все на Амазоне. Мне пришло, мне только ей потом надо будет передать на мой адрес. А это не Амазон, не-не-не-не, это она с магазина, да-да-да. Это она с магазина, вот. Смотрите, какой сандаль. Это вот не мой, но попросили. Вот так вот называется фирма. Очень понравился, кстати, мне. Очень легкий, хороший, качественный. Так, ничего не забыла показать. Туфли для миллионера. Показываю туфли для миллионера. Это, конечно, просто нечто. В них он меня заценит, и я в них, конечно, буду блистать. Ждала долго. Девочки, мальчики, мужчины, всем огромное спасибо, кто задонатил на день рождения. Я купила себе такие туфли. Мне кажется, что они реплика Валентино. Я не слежу там за модой, не знаю, вот эти там, когда там выходит какая-то новая модель или еще что-то. Но, по-моему, где-то я видела, где-то что-то было написано, возможно, в отзывах на эти туфли. Наверное, там я видела, потому что было несколько продавцов. Ну, у какого-то одного они стоили там дороже в два раза. Начальная их цена, по-моему, 150 чем-то. Сейчас я вам скажу. Евро я их взяла за 50. Долго ждала отправку. Там у одного продавца так и стоит, типа 100 с чем-то у него стоит. А я их взяла, сейчас я вам скажу, за сколько я их взяла. Долго, конечно, они шли. Так, вот эти вот очки, кстати, стоят 11 евро. 10. Шляпа тоже недорогая. Вот они, я их взяла за 55,99. Я их взяла за вот эту вот сумму. 55,99. Но где-то я читала, что вроде как они похожи на реплику Валентино. Вот у кого-то что-то было написано. Но, сколько они стоили, хотела сказать. До начала, сколько они стоили, сейчас я вам скажу. Они стоили 82 с чем-то. Почти 82,93. Сейчас они со сконтом на 32%. 56,39 они стоят. Вот, и у другого я видела, у продавца, они стоят сотка плюс, наверное, доставка, я не знаю, то есть все равно. Смотрите, показываю, может кто-то из вас разбирается, типа реплика на модель марка Валентино. Но опять же, я читала где-то в отзывах. Смотрите, как красиво смотрится вот здесь вот сердечки. Там указано, что это лаковая, что это кожа, что кожаный, не знаю, насколько правда. Вот такая вот очень красивая застежка. Сейчас вам покажу застежку. Застежка прям красивая. Я обожаю туфли не на каждый день, потому что каблук вроде кажется маленький, удобный, каблук хороший, все, форма красивая, сейчас покажу вблизи. Но все равно каблук не для хождения вот каждый день. Я вчера попробовала, одела, все-таки они такие вот на выгул больше. Вот смотрите, здесь вот сделаны стразики. Как красиво, да? Стразики вот здесь тоже, видите, на застежечке. Вот я к Жене, к миллионеру поеду вот в таких красивых туфлях. Смотрите, лаковый каблук. Я хотела сюда стразу, но я понимаю, что это будет занад, то не надо сюда стразу. И вот здесь вот написано Анкора, Милли, Дамми. Как бы я перевожу это, что типа, я думала, там будет написано «дай мне еще больше поцелуев», а здесь написано просто «дамми», «милли» — это много, и «анкор» — это еще раз.
Вот написано анкора, это значит еще раз здесь написано милли, это много, тысячи. А здесь дами, ну как бы типа дай мне тысячи, может быть, дай мне тысячи, а, дай мне ты, дай, а, все правильно, Женя миллионер, тут написано, дай мне тысячу, дай мне миллион, миллион, дай мне миллион еще, дай мне миллион еще, вот я к нему пойду в шляпе, в очках в таких и в туфлях, где написано, дай мне еще миллион, вот, на зубке. Вот такая вот красивая туфля. Здесь точно так же написано, дождик опять крапает, мы прям с собаками вовремя. Мы сегодня, кстати, с ними встали в 5 утра, они меня подняли на улицу идти. Я говорю, не, вы что, на улице еще темнота такая была. Я говорю, не, не, не надо. Смотрите, как красиво они смотрятся. Мне они очень понравились. Сейчас вам покажу, как они на ножке смотрятся. Сейчас я их одену, вернее, я обую. Боже, какая шляпа, да? Вообще нечто просто. Залазьте на кровать, что вы за мной бегаете? Я сейчас все равно буду по дому шуршать. Сегодня, конечно, хорошая погода шуршать по кухне, но нет настроения. И, кстати, там кто-то в интернете, где-то я смотрела, говорили, что сейчас вот какое-то там смешание планет, и что, типа, будьте аккуратны, там, не ругайтесь ни с кем, не хамите, ничего, что, типа, как бы, вот, вошел в какой-то дом, какой-то, какая-то планета. Сейчас я аккуратненько одену. Боже, как же они смотрятся красиво на ноге. Особенно, когда нога вот ухоженная, с красивым ногтем. Мой ноготь на левой ноге, я не спрашивайте. Я его просто не трогаю, и все. Типа, он все равно там побаливает. То есть, не такая острая боль, ничего. Погода меняется. То солнце, то дождь, блин. Вообще, ну, где-то дождь, конечно, идет. Застежка нравится, я люблю такое вот сандаль. Я, конечно, думала, там есть, там был выбор каблучка типа поменьше, каблучка повыше. Здесь, по-моему, 12 сантиметров или 10 каблучок этот. Вот, но я что-то подумала, я люблю каблуки, вообще спокойно на них хожу. И вот эти вот туфли розовые, в которых я ездила с Карла в Калабрию и проходила в этих некожаных туфлях, в этом дермантине в лаковом, пол своих дня, у меня ноги не отекли, вот я так туфли проверяю, понимаю, хотя я с собой же брала, на всякий случай, конверсы в машине у меня лежали, что, типа, если вдруг что-то, вообще нога не вспотела, ничего, прям, вот, и вот я проверила один раз, и теперь я знаю, что эти туфли можно брать куда хочешь, я не знаю, я к Жене миллионеру поеду, наверное, в кроссовках, мне так будет удобнее. Так, смотрим, сейчас показываю вам, девочки, открою окно, чтобы больше света было. Боже, какая красота. Чем не мадам? Сейчас поближе покажу, как на ноге. Полы я еще не мыла. Мне сейчас девчонки скажут, кто разбирается, если это действительно реплика Валентино, его, видите, косточку. Вот я все время стараюсь, когда покупать обувь, чтобы у меня косточку здесь закрывала. Все равно немножко, видите, косточка видна. А так я в основном всегда беру так, чтобы закрывала. Но оно не сильно выделяется, не знаю, как вам на видео, в жизни, если сверху, вот так может быть виднее, косточка не сильно выделяется. Пальчики сели тоже ровненько, хорошо. Я всегда беру, у меня 39,5 стал размер, но мне даже в кроссовках 39,5 неудобно. Я все равно беру 40-ку всегда, всегда 40-ку. Посмотрите, как смотрится. Ой, я вижу, видите, как сильно сейчас ветер дует, и я слышу, это вижу прямо, как влетает в окно, вон на полу вся пыль. Сейчас пылесос достану. Что вы скажете, девочки? Мне нравится. В них отходить целый день можно. То есть я по каблуку чувствую, что можно. Единственное, что вижу цель, не вижу преграды. Я бы сюда бы набила бы, наверное, на вот эту вот часть, я бы, наверное, набила бы прокладку бы сюда резиновую. Потому что, наверное, будет скользить. Боже, какой пол грязный.
Я вчера не это сама не протирала, что ли? Прям смотри, с окошка все летит. Вот, бля. Что это? Сейчас будем мыть. Казалось бы, да? Никто ж не в этой комнате ничего не делает, но кошки заходили на днях. Ну, а кошки сидели вдвоем. Вот кажется, что или это на плитке оно так. Не знаю. Филипп, а что ты на это окошко приперся, а? Иди туда к себе, у тебя там лежит этот. Маша, подождите, дайте я сниму. Что вы здесь и ходите? Класс. Сандали вообще просто класс. Не знаю, прям видно сразу, что модель Италия. Короче, как-то так. В общем, как-то так. Я сейчас сюда. И, наверное, сейчас собаки за мной тоже сюда прибегут. Да, я бы, наверное, знаете, что бы сделала? Я бы, девочки, сюда... Я бы сюда, девчонки, набила бы, отнесла к сапожнику. Ну, прям вот гладко, может, оно снимается как-то. Может, здесь какая-то пленка, надо бывает, что пленка, вот что-то тут нарисовано. Что здесь нарисовано, что значок вот этот вот. Может, где-то здесь пленка, ее надо снять, чтобы оно не... скользит. Видите, вот пластика, прям скользит пластика. И здесь какой-то, видите, вот он, и один знак, и второй знак, вот этот. Что это за знак? Трусы какие-то? Что это такое? Хочется вот так сделать. Что это какое-то? Ну? Так. Но надо, если бы я взяла меньше каблучок, в них можно было бы вообще мотаться бы. А так, конечно, это будут такие выходные. Уже здесь тоже что-то есть, я не могу понять. Вот, смотри, знак какой, видишь? Знак трусов с прокладкой, кстати, у меня в митинге. Я прям очень рада, спасибо, Вселенная. Не давай мне засохнуть, я не хочу сохнуть. Тапочки, сейчас чистые один, а нет, на животе один. Тапочки вот одела. А смотрите, без шляпы вот в этих очках намного, да, симпатичнее. Но волосы мокрые у меня. Сейчас они еще пока просохнут, потом я их уложу, будет уже видно. У меня от некоторых очков вот здесь за ухом болит, они такие плотные. И вот на переносице вот здесь от того, что целый день ношу, давит. Немножко есть такое. Эти, конечно, такие, ну, типа ежедневные. Ну, это, конечно, женщина вам прям вообще, да, прям вот олицетворяют меня. Подмышечка чистенькая, мы покупались. Не знаю, мне кажется, очки вообще просто бомба. Особенно тех, у кого зрение, вот зрение, и целый день вы уже ходите в очках. Я вот прям, боже мой, оно уж прям вот очень стильно смотрится. Все, девочки, мальчики, вообще, надеюсь, вот это вот все, что ко мне пришло. Опять же, туфли ждала долго. Шляпа, я думаю, что всем понравится шляпа. Шляпа понравится, за туфли почитаю. Не знаю, что там за значок на них. И сегодня, сейчас я пошушу по квартире, сегодня, конечно, я сяду доделывать, этот самый туфли. Вспоминаю, ничего не забыла. Сейчас я сделаю патч, у меня просто, у меня ничего нету на лице, ни тонака, ничего, ни крема. Я просто выбежала, очень быстро покупалась с собаками. Думаю, надо жнивочком отснять. Все. Патчи. Это, которые тоже я покупала. Маски я делаю. Кто в Инстаграме? Сейчас покажу мой Инстаграм, если кто-то не знает сейчас. Там надо все ссылки поменять на Инстаграм. Но у меня Саши нет дома. Она работает, и они там у этого. И доучивается, у нее же экзамены скоро. Вот.
документы я подавала на документы. Холодильники держи. Я подавала на документы, оказывается, Женя Миллионер посмотрел в моем там кабинете, ну не кабинете, а вот это на сайте мои документы, которые типа в обработке должны были быть. А говорит, ты что, марку туда не отнесла? Я говорю, относила, я же тебе фотку высылала, что я отнесла марку туда. Еще ему сказала, говорю, когда он у меня забрал документы, говорит, тебе там не хватает, надо документы поднести. Ну, и я ему еще отдала марку, еще у него спросила, я говорю, ничего не будет, типа марка моя, ну не потеряется, нет, нет, нет. И тут там, говорит, на сайте пишет, что ты не принесла марку, тебе надо принести марку. Думаю, бляха-муха, я ему марку оставляла. А потом же, когда я вот это же документы доносила, которых типа не хватало, и уже женщина другая понимала, говорит, что ты вообще, что ты тут пришла, что ты тут стояла до часу дня. Да, еще ж список меня не внесли. Я говорю, мне сказали документы поднести. Она говорит, здесь в практике твоей никакого запроса на дополнительные документы нету. Тебе ничего подносить не надо было. То есть я еще один документ тоже купила марку, сделала еще один документ заверяющий. И он, короче, не пригодился. Но она его, наверное, уже принесла, наверное, отксерила, наверное, вложила в практику это. И я теперь, мне надо, они там назначили теперь опять, они сами дали, там на сайте написано, что они сами дали дополнительно пунктаменту, ну, типа запись к ним. Это, боже, это если бы не миллионер, я бы даже не, ну, не, откуда я знаю, что там, на сайты хожу на эти. Вот, и дали запись, но я думаю, что я в течение недели к ним туда подойду. Там, наверное, до часу дня надо стоять и спрашивать, потому что там без, ну, без очереди невозможно туда пройти. Вот, марка моя там где? Куда она делась, эта марка, я не могу понять. Кошмар какой-то. Так, ладно, все, я что? Я шуршу по дому, сейчас запылесос все равно. Видите, вот вчера пол, я не помню, я вчера мыла полы. Окошко открывается туда-сюда обратно. Не трясется тут еще ничего. Туда-сюда обратно, и пыль, и дерево, смотрите, вот это что я... дерево, вот эта ветка, вот я не знаю, как она вам, вот она, я не знаю, вот она я, и вот ветка. Если бы у меня здесь вот этого всего не было, я бы эту ветку бы схватила бы рукой. И на ветках, на листьях, видите, что-то летает, и на листьях белая какая-то пыльца лежит, сейчас. Ага, не передает, не видно. Вот, а вот видно немножко. Вот белая какая-то пыльца лежит. И вот эта вот пыльца, она сюда летит. Я так понимаю, что там наверху что-то цветет. Ну, этой. И у меня, кстати, так пахнет. Заходишь и прям пахнет цветами. Вот гортань прямо пахнет. Так, ну ладненько, буду с вами прощаться. Всего самого хорошего, самого доброго. Увидимся сегодня в прямом эфире. Буду читать ваших, ждать комментариев по поводу знака на туфлях.